Приветствую вас на канале HardResetInfo. И сегодня я вам покажу, как на устройстве OnePlus Nord заблокировать номер. Первый способ – это открываем телефон, выбираем контакт, который вы хотите заблокировать, нажимаем здесь и выбираем опцию «Заблокировать номера». Заблокировать. И второй способ – это непосредственно из списка контактов. Нажимаем здесь, переходим в «Настройки» и затем в раздел «Заблокированные номера» и «Добавить номер». И здесь вписываете номер телефона, который вы хотите заблокировать. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.